Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу фермер 3 на 6 плюс 2 метра тамбура открытого. То есть по сути 8-метровая получится теплица. Пока приехали, разложились, начинаем работать. Ах да, особенность этой теплицы будет в том, что она будет покрыта поликом с двух сторон. С внутренней и с наружной. Каркас теплицы готов, собран, закреплен, снизу отливы прикручены. Сейчас начинаем крыть теплицу снаружи и затем кроем ее изнутри. И останется у нас двери покрыть тоже с двух сторон. Торцы уже с двух сторон обшиты. С одной стороны и с другой. Закончился монтаж у нас. Напоминаю, строили сегодня теплицу фермер. Необычную. То есть каркас обычный, а покрытие необычное. Покрыто поликарбонатом в два слоя. И внутри, и снаружи. И покрытие, и двери, и торцы. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Закреплено все с помощью анкеров на бетонном основании. Сделаны отливы. Поликарбонат 6 мм толщиной. Плотность 0,7. Имеются у нас диагональные усилители также. Цельные двери по торцам. И небольшой 1,5-метровый предбанник-козырек. Арки сделаны в виде ферм. Вот такая отличная теплица. Двухслойная. Утепленная у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока. Thank you.